Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале в YouTube и хочу вам рассказать, во-первых, кто я такой в двух словах и о чем вы увидите на моем канале, какие ролики, какие передачи. Значит, во-первых, зовут меня Фролов Юрий Андреевич, я биолог, эколог, специалист по многим вопросам, там, по живым системам, по лечению заболеваний, по вообще общей биологии и так далее. Я предприниматель, я фермер, естествоиспытатель. Обо мне подробнее в моем блоге youfrolov.ru вы можете найти, посмотреть, кому это будет интересно. У меня много сайтов, любые из них вы увидите через мой блог. Ну, а теперь о чем же ролики? О чем вы увидите в моих передачах на моем канале? Так вот, это важно, да, я хочу сказать. Во-первых, о здоровье. Это целый раздел огромный. То есть, как устроен наш организм, откуда берутся первопричины тех или иных заболеваний, как вылечить любую болезнь, как ее не допустить, профилактика. Начиная от паразитов до всех органов систем, кровеносный, дыхательный там, и так далее. Мы все это разбираем подробно, я объясняю вам. Простым, доступным языком сложные научные вещи я вам поясняю. А вы не верите кому-то или мне в данном случае на слово, а просто понимаете. Я полагаю, что умею так объяснять, чтобы каждый из вас все лично понял, все по полочкам разложено, все понятно. Это первое. Второе, это важные темы по органическому земледелию, причем не только как восстановить плодородие почвы, вернуть это былое плодородие, а как сделать ее полезной, продукцию выращенную в плане высокого состава минерального. Это важнейшие компоненты, которых нам в нашей жизни не хватает, и только в табличках они теоретически остались, а на практике-то уже нет. Ценнейших минералов, кремния, литий и прочее. Вот как все это сделать в условиях 600-х, в условиях 100 гектар и так далее. Как восстановить леса, ну, в общем, биосферу в целом. Вы узнаете о сложных взаимоотношениях человека с окружающей средой. Этим, кстати, наука как раз экологией занимается. Ну, не как защита окружающей среды, а как фундаментальная наука, которая взаимоотношения организмов между собой изучает. Очень сложные системные подходы в живой природе. И цепочки, вот эти пищевые цепи, сети, все вот это. Понять главное, кто мы в этом мире, как мы, для чего живем. Это тоже целый раздел, который будет у меня в блоге и в YouTube, вот в канале, конечно, в первую очередь освещен в роликах моих. Потом, экологическое чистое строительство. Я более 20 лет строю, у меня несколько хозяйств. Вот сейчас я вещаю из Пушкинских гор, вот этот ролик записываю, великие, так сказать, места нашего гениального Пушкина. Там я строю центр оздоровительный, обучающий по всем вот этим вот технологиям и оздоровлению, и агроприемам, и экологическому туризму, и так далее, и так далее. Я думаю, мы коснемся обязательно тем и другого рода. Никак не обойдемся, ну что делать, наверное, и без геополитики, возможно, придется мне этот раздел открыть. Мы будем приглашать, и я уже это делаю, разных ученых, специалистов в разных интересных областях, и не только связанные со здоровьем, но и с энергетикой, бестопливной, независимой энергетикой, над которой работал Никола Тесла, и есть продолжатели его уникальных изобретений и технологий в наше время. Вот об этом, обо всем будут мои видео, поэтому я хочу вам сказать, что даже части того, что будет, я еще не рассказал вам. Я приглашаю вас, и подписывайтесь на этот канал, на мой канал в YouTube. Чем больше вас, наших коллег, друзей, знакомых будет здесь на канале, тем быстрее мы создадим свое вообще телевидение, и это только будет лучше для всех, для нас. В первую очередь для вас, потому что вы получите уникальные бесценные знания. В наше время самая большая ценность – это знание, информация. И вот тогда я готов с вами делиться и буду более того приглашать большое количество знакомых, специалистов, их знакомых, которые будут в своих областях вам рассказывать очень важные, интересные вещи, отвечать на ваши многочисленные вопросы. Поэтому пишите свои вопросы в чатах под видео. Но главное, подписывайтесь, потому что от количества, как я уже сказал, вашего участия будет зависеть будущее проекта и создание серьезного телевидения со своей студией и так далее, и так далее. Так что, дорогие друзья, жду вас на вашем канале, на моем канале вас, извините, ваших всех знакомых, я хотел сказать, друзей. Обязательно посылайте в соцсети вот этот вот и ролик пригласительный, можно так это назвать, о чем канал, с предложениями подписаться. Ну, от этого только все мы выиграем с вами. Всего вам самого лучшего, до встреч, увидимся.